Ну вот что благодаря каналу? Множество вещей я уже получил. Множество. Ну вот из последнего что? Что, значит, заповедник Поленова я обнаружил. Вот здесь, отсюда, от моей дачи, какой-то час езды. Час небольшим. Мало того, что обнаружил. Это, друзья мои, это что-то грандиозное. Это совершенно не то, что представляется, понимаете? Не то, что представляется, когда ты произносишь там музей слово и даже слово заповедник. Да, именно это верно сказано, что это музей-заповедник, потому что это огромная территория. Вот это дом Александра Сергеевича. Помните сказку про Наф-Наф? Три поросенка. Вот это Наф-Наф, который построил из камня. Это дом как надо. Это дом какой надо, друзья мои. Абсолютно. Но и этот человек, твердо стоящий на ногах, куда уж тверже. И он оказался в другом измерении тоже в этом году. Фу. Ничего там хорошего нет. Потому что, по крайней мере, я считаю, что такие основы человечества не должны. Должны быть постоянно. Ну, или, по крайней мере, не настолько вот безвременно. Потому что он молодой мужик-то. Не знаю, ему 60-то вообще было. Ладно, в общем, по поводу заповедника Поленова сейчас скажу в следующем видео.